Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер. И Мичка. И Илюха Крагенит. Да, Илюха, наш братуха, триуха, пятое ухо, потерял во время метро 2033. Кто найдет, получит священный артефакт, все способности админа. Все способности админа, короче. Так, я вообще, на самом деле, позвал ребят поиграть в Bowsplif. Здесь есть три Bowsplif'а. Bowsplif A, Bowsplif B и Bowsplif C. Bowsplif A — это самая первая карта, которая самая старая. Потом Bowsplif B — это новая карта. И Bowsplif C — это божественная новая карта. Главное, Bowsplif C. Вот, я тут летаю. Где вы оба? Где Илюха? Илюха, ты где? Ты вышел с нашего лобби седьмого. Я на седьмом лобби. Вон я сзади Али летаю. Я не вижу. Да я сзади тебя, Аля. Как ты сзади? Вот, я здесь. Короче, вот подлетайте к табличке, ладно, подлетайте сюда. Подлетели? Тут Bowsplif C в скобочках. Аля, ты где? Ой, ты, да. Илюха, ты где? Так, а я зашел, я уже вышел, сейчас захожу на смелый лобби. Дайте Bowsplif C. А, нет, там уже 23 ингей ин лобби, блин. Почему я вас не вижу? Ты на седьмом лобби? TNT Games? Да, седьмой лобби. TNT да. Games, тебя здесь нет. А вот, вот, ты нашел тебя, все нормально. Аля, ты где? Ты на Bowsplif C зашла? А вот, давайте, я на Bowsplif C зашел, заходи на Bowsplif C, ребята. Я единичку в чат написала, вы тут? Я не тут. Ты зашла на Bowsplif C до того, как мы зашли туда. О, я а мы с Илюхой рядом, вливай с него и быстрее заходи заново. Аля. Быстрее. Просто ты зашла до того, как я сказал заходи туда. Зачем ты зашла-то, когда мы еще не заходили? Короче, ребята, это новая карта, на которой я еще никогда не показывал, ну, я ее не показывал еще на своем канале, но она реально классная. Это первая карта на Bowsplif, вот Аля зашла, которая в несколько уровней. До этого на Bowsplif ни разу не было ни одной карты в несколько уровней. Я увидел ее на стриме, когда случайно стримил на Hypixel, я тогда сказал себе, нужно это заснять. О, боже мой, смотрите, реально, несколько уровней Bowsplif. Такого вы еще не видели это. Ну, если вы, конечно, не играете на Hypixel каждый день на Bowsplif, и, наверное, нет. Но для тех, кто не в курсе, это реально круто. Потому что раньше был всего один уровень, тебя пострелили, а ты упал. А тут еще есть шанс. Плюс TNT, если ты упал на уровень ниже, TNT падают, взрываются, взрывы. Боже мой, это реально класс. Короче, ждем, когда наберется фул, а я попью своего зеленого чаю. О, мячик Hypixel, да. Hypixel. Hypixel. Так, ну что же, остается всего лишь 3 игрока для того, чтобы мы смогли стартануть и начать нашу беспощадную битву не на жизнь, а на смерть. Вы тут вообще, ребята? Да. А то я подумал, что я один вообще остался в этом ливнуле нафиг. Говори сам с собой, да? Да, вот. Посматриваю постройку, 4 цвета, так как 4 команды. Вот, нет, не 4 команды, здесь просто будет, кажется, на себе. Я понял, но посмотри на постройку синий. Желтый, красный, зеленый. Ну это просто для красоты. Только не упадите прямо сейчас, если упадете сюда, то вы умрете. Те нубасы, которые упали. Кто-то сразу падает. Да, они нубы просто. Они сразу на платформу ниже упали, типа, думаю, супер пробуют, но. Может они какие-то стратегии придумают уже. Такие стратегии, нубасы они. Ой, я подлагнул у меня немножечко. Ой, все падает, уже все обваливается. Война миров, TNT взрывается, ребята, боже мой, уже столько людей выбыло. Я еще жив. Я уже проиграл. Ох ты, ё-моё! Я упал. Я тоже. Я, кстати, больше, чем ты продержалась. Нет, вообще-то... А, да, на миллисекунду. Но это не моё считается. Моё внутреннее удовольствие. Тебе просто повезло, я не использовал никаких способностей. Нужно было всех сверху с самого начала скидывать, наверное. Вот. Ну ладно, давайте ливаем. Это все умерли, да? Илюха, да. Ты умер? Давайте, слышь, лив и на седьмой лобби. Что-то как-то мы зафейлились на это. В седьмой лобби? Вы на седьмой лобби? Как тут изменили таблички, перестроили. Да, здесь вообще все изменилось. Сделали сейчас лето, они решили зиму здесь устроить. Илюха, ты где? Тебя опять нет в табе. И Али на тоже C, да? А вы уже зашли? Вы уже зашли? Ну я на лобби до сих пор. Давай, давай, на C, на C, давай еще раз на C. Все, зашел. Али уже зашла, она вообще нас даже не спрашивает. Она сразу же заходит на C, вообще ей на все пофиг. Вот. Аля просто берет. Программировали это и делаю что? Какие проблемы? Аля, ты с кем разговариваешь? Ну ты говоришь, что я зашла, никого не спросила, зашла и зашла. Ну, а если что вообще, да? Если ты зашла и набралась бы 24 человека, то вот как мы зашли, то ты бы стартнула без нас. А ну, когда ты бы ливнула, а у нас бы тоже набралось 24 человека, и нам бы тоже опять пришлось сливать. И это бы закончилось бы бесконечно. В общем, нужно делать все по схеме, как бы договорить, заходим. Хорошо.
Сразу же заходим, а до этого никто так не заходит. Точно. You are recording? Можно пати попробовать. I always recording. Вот. А это вообще не рекординг. Так вот, ребята, короче, держимся. Возможно, даже эту тактику упасть сразу же на следующий уровень. Я, наверное, так и сделаю в этот раз. Я буду... снизу стрелять вверх. Ух, нифига, как сверху падает. Да, с первого этажа сразу на третий попадаешь. Поэтому в чем-то так хорошо. Ты подлагнул прямо то, что на скайпе. Илюха, ты что ли лагал? Ой. Аля слилась уже. The Master, живи, боже мой, беги, прыгай, убивай, выживай. Я просто по кругу бегаю, прикиньте, ребят, по кругу гоняю здесь. Кошмар, все, я уже упал. Я еще до сих пор живу, боже мой, я уже один из 13. Боже мой, сколько сверху ТНТ падает. Ой-ой-ой, сам случайно, я случайно спрыгнул. Я случайно взял и упал, как лах. Просто взял случайно и сам упал в дырку. Это бред, я просто стрелял чувака. Вот нужно, не нужно было драться, нужно было подождать, пока остается еще хотя бы до 5 человек, и дальше уже биться с 5. Ладно, давайте ливнем, поиграем еще на карте, которая B. Заходим в Bowl Split B, ребята. Bowl Split B. Там 19, не лобби, быстрее, быстрее, еще 2 человека, как раз вы вдвоем. Карги не зашел, Аля, заходи. Зашел. Аля, последнее слово, Аля, ну давай же, заходи, ну же, Аля. Успела, молодец. Красава, молодца, Аля, вообще. Баба огонь. Эта карта, опять же, в один слой, но она уже чуть больше, чем до этого были карты, если мне память не изменяет. Вот, может быть, конечно, они до этого все были, я не замечал это просто раньше, но так как у меня нет по ним видео, я решил записать, я думаю, это правильно. Но так как эта карта отличается от прошлой тем, что она просто чуть побольше, я думаю, здесь всего одна игра у нас будет. Здесь под этим слоем уже пустота, ребят, сразу же, так что не парьтесь. Такие дела. Так что снизу спасения не будет. Конечно, не будет. Проверить карманы, новое достижение. Во время такой битвы проверять карманы. Ну, я могун. Проверяю карманы во время всех битв. Оп. Оп-о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 п
ну что ж, Илюха, а ты где у нас? Ты еще не слился? А я стреляю. Ты стреляешь, а я не стреляю. Меня стреляют, пытаются меня слить, вот лалки, да? А я думаю, что это возможно. Да если я сам себя не солью, тогда никто меня не сольет. Я обычно здесь сам сливаюсь. Под себя стреляешь? Нет, просто падаю в дырку. Ну, у меня такое бывает. Парень просто стрелял в меня и прыгнул в дырку. Ты дурак, а. 9 человек осталось, я еще жива. Илюха тоже еще жив, отталил около меня, так что прибежала. Я теперь был кнут направления к Илюхе. Илюха, трюха, братуха, борцуха, давай, бегуха. Да, гони-ка. Я уже здесь, около тебя. И что ты пытаешься сделать? Я постреляю тебе под ноги. Ого, почему меня подкинуло? Потому что я заюзал репульсор. Ах ты. Еще раз стрелишь меня, я покажу еще круче по фишечке, которые я умею. Поверь мне, я могу, я же ютубер. Такого я не ожидал. Да мастер, это подписчик, парень пишет в чат. Да ладно, привет, подписчик, братуха. Класс, вообще молодец, подписчики всегда молодцы. Я вас всех обожаю, ребят, вы у меня вообще крутые все. Уже 260 тысяч почти, скоро будет, да это почти юбилей. В общем, я крут, вот тоже крутый. Все, отлично. Я бегу. Фух, о, Аля меня стреляет, но у меня ничего не получится, потому что от меня будут летевать огненные стрелы, я же огненепробиваемый, еще и Люка в меня стреляет. Фух, как так ты, Илья? Оха! Ну, от тебя просто, я думал, вот нужно было, чтобы еще один слился, я бы уже ушел бы в игру. Я обычно до 5 человек жду. Ну ладно. А, ну тут все сложнее становится. Не, на самом деле, мне нужно было бежать на чувака, который меня стреляет, я просто думал, ты не будешь так слабо стрелять, ну и дабл джамп еще не успел связать, короче, я слился. Так, ну что ж, Аля тут бегает, Крыгани тоже бегает.
А, меня стреляют. Да, а я просто на месте стоит, сейчас из этого может слиться. Ой, репульсоры мы подкинули, это было неожиданно, и она упала в яму. Опа, черик. Так, о боже мой, Альдер, какие-то звуки, выруби микро, пожалуйста. Ой. 4 игрока осталось. Вот. Надо затащить. В тебя сзади стреляют. О! Ты развернулся и упал. Ну ладно, да. Хотя бы третье место. Ну что ж, на этом, я думаю, стоит завершить, потому что это как бы уже заключение, 3 карты, это нормально. С вами были The Master. Аля и... И Илья Кринит. Да. Могу сказать, у меня тут да я понял, ну понятно, мне надо так кричать резко. Вот, ну что ж, на этом все, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. Всем удачи и всем пока, ребята.